Сейчас я вам покажу камеру, которую я снимал солнечное затмение на работе во время обеденного перерыва. Потому что сотовым телефоном, сотовый телефон это имеет камеру, но это игрушка, потому что у него нет таких возможностей, какие есть в нормальной, хорошей видеокамере. Итак, смотрите. Вот это моя камера Sony цифровая с 54-кратным увеличением объектов. Вот такая вот штука. И с ее помощью я сегодня снимал солнечное затмение. В общем, вы смотрите видео, а я пока буду пить кофе. Пока вы будете смотреть видео. Всем привет, друзья! Мне все-таки удалось подловить момент, когда начинается частичное солнечное затмение. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это классно. Это классно. Несмотря на то, что... О, самолет пролетел. Несмотря на то, что тучки все и так далее. Но, блин, мне удалось. Мне удалось. Класс. Когда находит туча, рассеивает свет солнца и становится светлее. Но сейчас туча уйдет, и будет опять темно. Ну ты посмотри же, а. Потерял солнце. Солнце потерял, вот оно. Не понял. Блин, это пелена облаков. Все портит. Все портит. Да, частичное солнечное затмение мне удалось заснять без туч всего буквально 5-10 секунд. Набежали эти тучи, все размыло и ни черта не видно. Вон по краешку солнечной короны, вон видно, луна уходит. Вот, слева вверху, вот, видно, что луна уже уходит. Ну а когда уйдет туча, и луны уже не будет, елки-палки. А с солнечным затмением у нас, по-моему, на сегодня... Нет, вот, видите, вон, видите, видите? Вот. Класс. Теперь мне даже непонятно, или тучи помогают снимать, или они наоборот мешают. Вот тут вот видно немножечко сверху, слева размыто. Но, скорее всего, все-таки тучи, если наползают, то действительно было хорошо видно, да. Они чуть-чуть сглаживают. Идут еще облака? Идут. Сейчас увидим. Если луна не до конца ушла, сейчас увидим. Да, ну вот так вот, хоть так, но, конечно, это у меня не телескоп, видно чуть-чуть солнечную корону с левой стороны сверху немножечко как бы объедает, это не телескоп, но тем не менее, даже на такую камеру мне все-таки удалось снять солнечное затмение. И очень даже классно.
Всем удачи, пока. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк и надеть фильтр на глаза, когда будете смотреть видео, в котором показано солнечное затмение.